В спорткомплексе «Ратомка» стартовал чемпионат Беларуси по конному спорту в помещении. На этот раз всадники соревновались в выездке. Это главный старт после зимы, где более 50 пар со всей республики смотрят свою готовность к летнему соревновательному сезону. В Беларуси развиваются три олимпийских дисциплины. Это выездка, конкур, троеборье. У нас уже определились в течение месяца чемпионы Республики Беларусь зимних чемпионатов по конкуру и троеборью. И в течение 3 дней мы узнаем имя обладателя титула чемпиона Беларуси 2024 года чемпионата в помещении по выездке. Основные международные старты также сезона, куда готовится вся белорусская сборная по 3 дисциплинам, это Евразийские игры, которые ежегодно проходят в Москве. В прошлом году мы имели большой успех. Все наши 3 команды, выездка, конкур и троеборье, завоевали золотые награды в личных и командных первенствах. Сильнейшие спортсмены – воспитанники конно-спортивных школ и частных клубов, выступают в программах большого и малого круга. Также всадники могут повысить свой разряд. Мастерство спортсменов оценивается по многим критериям. 2 живых организма – спортсмен и лошадь. И спортсмен должен в течение подготовки найти с лошадью общий язык, и не всегда у всех получается. Есть спокойные лошади, флегматичные, с которыми тяжело. Есть всадники спокойные. То есть нужно найти вот эту идеальную середину, вот, и найти пару, чтобы все срослось. Мы стараемся тех, кого тренируем, не судить, то есть чтобы это было более объективно. Когда судишь своего спортсмена, почему-то всегда ставишь ему поменьше, потому что знаешь, что спортсмен может лучше. Это тренировочный манеж. Здесь спортсмены разминаются перед выходом на старт. Интересный факт, что чемпионат собрал всю республику, поэтому каждый спортсмен приехал со своей лошадью. На манежу настоящее искусство верховой езды. Задача спортсменов – создать впечатление самостоятельного выполнения лошадью некого танца из четко отработанных конкурсных элементов. Их около 30. Судьи оценивают у всадника управление, у лошади ритмичность и общую гармонию в команде. У меня молодая лошадь, очень пугливая, очень сложная в работе, но очень хорошая по своим физическим качествам, вот по аллюрам. Поэтому что-то получилось в этот раз лучше, что-то не получилось. Но, в принципе, я довольна выступлением. Сегодня я недовольна, потому что моя лошадь и боялась там цветочков, людей. Она отвлекалась на все по сторонам и плохо меня слушала, можно сказать. Но, тем не менее, для нее это первые такие серьезные соревнования, первый чемпионат Беларуси. Ей всего лишь 7 лет, работаем мы с ней не так давно, всего лишь полгода, поэтому я считаю, для нее это тоже результат хороший. В ближайшие пару дней участники будут бороться за первенство в программах «Малый, средний, большой приз», а также в произвольной программе. Турнир продлится до 16 марта. Полина Макей, Илона Глинистая, агентство «Минск Новости».